Солдат Победы, кавалер Ордена Отечественной войны второй степени. Старший сержант Вильдан Абдулович Нугайбеков в военные годы служил авиатехником. Освобождал Украину, Вену и Будапешт. В памяти героя навсегда осталось мгновение, когда он и его товарищи услышали весть о победе. О победе мы узнали на аэродроме. Сразу объявление писали, радио, телевидение тоже был тогда уже. В этот день, когда никогда не забываем. Ликование. Для троих детей, четверых внуков и троих правнуков Вильдан Абдулович – герой. В гости к нему и его супруги родные приезжают ежедневно. Это наша гордость, гордость и детей, и внуков. Вот, вот и правнук ходит, вот сейчас удивляется, что это такое, что пришли, как мы ему объясняем. Поздравить Вильдана Абдуловича пришли и представители власти. Председатель городской думы Александр Фетисов и депутат Государственной думы Александр Хинштейн преподнесли главе большого семейства памятные подарки. И за чашкой чая побеседовали с ветераном и его родственниками. Самое главное достояние этого советского солдата – это его семья, там замечательные дети. И совершенно понятно, там, за какие ценности он воевал. Я всегда с ужасом думаю о том, что недалек тот день, когда в стране, в нашем городе, в нашем регионе останется последний участник Великой Отечественной войны. Дай Бог, чтобы они прожили как можно дольше. Дай Бог, чтобы последние годы, а может быть и десятилетия, они чувствовали себя действительно и нужными, и неброшенными. На прощание гости пожелали Вильдану Абдуловичу здоровья. И, конечно, непременно дожить до следующего юбилея Победы. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, «События».